Итак, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня к нам в Доту добавили ивент, точнее вчера. В общем, называется Dark Moon, то есть темная луна, но как бы новолуние, по-русски новолуние. Ну, как бы перевод точный это темная луна, а перевели его как новолуние. В общем, здесь нужно дожить до рассвета. Так, кого бы взять? Я возьму тогда ивент. Нет. Дарксира возьму тогда. Я тоже немного поиграл, освоился. Так, сначала мы сразу берем тогда щиток. Прокачиваем щиток. И идем на нижний лайн. Так, это вот помните, как было с ночью призраков? В общем, тут у нас вот отсюда, отсюда, отсюда и отсюда идут крипы. То есть вот тут вот нижняя линия. И вот тут верхняя линия, как бы. Так, ладно, я тогда пойду тогда наверх. Чуть выше. Вот, и нам придется защищаться от волн крипов. И защищать вот этот вот, так сказать, храм. Ну, то есть то, ну, написано храм. Вроде бы. Так, сразу покупаем Вангвард. Тут что, 15 волн, последний босс, Инвокер. Он что-то там сказал, я не слышал. Ладно, так. Собственно говоря, пока что все легко, просто накидываем щиток и начинаем бить мобов. Собираем мешочки с золотом, ТП-шечки выпадают. Вот меня тут помощь попросили. Сейчас я подойду, помогу. Протяну снайперу. Так. Сначала тут легко, потом будет посложнее. Наконец-то ивент в 2017 году. В честь китайского Нового года. Неужели дождались? Эмбер там нас умер. Так, максим щиток. Вот и снайпер там мне помогает. Ну или я ему, я не знаю. Пойду пока что наверх. Схожу еще выше тут. Нужно отдефать. Так, берем ману. Собираем мешочки с золотом. Крипы и так от щитков умирают. Ну, то есть, подходят ко мне и умирают. Там снайпер вообще умер. Так. Вот хилка выпала. Хилка она немного хп, конечно, дает. Ну так, нормально. Для начала хватает. Подберем вторую ТП-шечку. Убьем мобов и пойдем воскресим снайпера. Помните мои хилки, да? В общем, вот как раньше, теперь воскрешает. Чем больше людей воскрешает, тем это самое, тем быстрее. Вот тут первая волна легкая, нас еще даже не втобили, ни одной вышки не сломали. Надеюсь, что вам все хорошо слышно. Так, пойдем тогда купим, что купим? King of Hill. Так. Так. Чего еще сказать? А, потом еще нам за раунд. В общем. Ой. Блин. Че я говорю, какой бред несу? А? В общем, за раунды нам дают очки. За очки, за 35 тысяч очков мы можем крутить рулетку. Сейчас, кстати, дазлы идут. Вот нужно главное дазлы убивать, потому что они хилят. Не могут хилить тут. Их нужно убить, пока он сейчас не начал. Вот он кастует хил, и нужно успеть его убить. Если он это будет хилить, то он и по нашим, то есть и надамажит и меня, и себя выхилит. Так, тут что идут? Вот тут стоим, втроем внизу. Я еще на себя щиток тогда кину. Так, собираем золото. Золото тут общий, опыт тут тоже общий. Что-то не хотят мне эти помогать. Ну все. А, нет. В общем, когда дазл лечит, это очень опасно, особенно 2 или 3 дазла. Главное, эту дазлу сразу убивать, фактически. У меня виверн лечит. Прикольно. Кину на нее щиток пока что. 3 уровня.
Так. Так, в принципе, интеллиген идет. Ай-яй-яй. Фух, чуть не умер. Наверное, можно уже и так этого клипа забить. Ай-яй-яй, пока они его не вылечили. В принципе, пока что мы вообще никого не пропускаем. Блин, мешочек с золотом хочется подобрать, но ладно, я не буду. Я побегу за ним. Вот, Тембер на помощь пришел. Нет, лечит снова. Так, на Эмбера давайте еще один щиток тогда накинем. Так, вот тут у нас магазин есть. И вот тут магазин. В смысле, купить можно в любом месте, а забрать только тут. Но это как и в обычной доте. Стенка тут Dark Seed, она и на мобов работает тоже. Еще не на мобов, но крипы мобы, одно и то же. Кстати, и этой стяжкой можно сбивать хил, Дазлом. Все так. Дальше собираем худ. Так, Верн тут мекку уж почти собрала. Ну, в целом неплохо. Сейчас нас пойдут. Никсы, кажется. Я вот дальше волны с мипой и катапультами еще не заходил. Нет, поиграл уже немного. Так, ну, в принципе, внизу там есть уже герои. Я пойду повыше тогда со снайпером. Так, снайпер тут фейзы. Снайперу, кстати, всегда мель надо покупать сразу. То есть снайпер правильно собирается. А, нет. Он хочет сейчас сначала криты купить. Блин. А, все, я живу. Нормально. Ой, тут еще эти челики пришли. Тут как не знаю откуда. Ай, блин, стан. Блин, снайпер все хилы забрал. Ладно, не буду стяжку юзать, уже не надо. Фонтан будет пить, нет? Да возьмем два колечка на триген, сейчас триген, блин, без меня юзнули. Так, на Андерлорд тогда щиток еще давайте повесим. Так, что тут пока живем. Так, тут вообще кошмар какой-то творится, куча мобов, куча всего. Так, вот есть, сразу покупаем Кримсон. Так, где лавка? Ага, так. Так, пятая волна это будет курица. Сейчас морфлинги, кажется, а потом надо будет это курицу убивать. Из нее будут сыпаться деньги. Ну вот, да. Ну да, в принципе, это мюнера больше нужен снайперу. А, да, вот алхимики жесткие, но до них я не доходил и на YouTube видел. Нет, не дойдем. Так, тут в целом мы кое-как справляемся пока. Так, друг друга спасаем тут. Так, ТПшечка, в принципе, у меня есть. Так, давайте ТП делаем на вышку. Не успеваю я тут вышку спасать, конечно. Тогда на крипо, тогда я щиток кинем. Так. Ой, мешки с золотом сыпятся. Так, ну все, ну ладно, я такой как дефу один. Так, надеюсь, что на Сэмбер играть умеет.
он еще без топорика, ну ладно. Так, тут плюс 12 к уклонению, так давайте возьмем, в принципе. Так, давайте этот, на андерлорде щиток. Мана. Все, так, мана есть, нормально. Так, мешочки с золотом собираю, нажму я, пожалуй, худ еще разок. Все, он пик у нас нормальный. Тут все 15 героев вы видели. Ну, все, мы задефали тут уже. Тут уже гёст ничего смысла нет, можно сразу закупиться. Пойду возьму Кримсон. Все. Так, Кримсон есть, после Кримсона собираем пайп. Потом уже по ситуации там. Октарин можно. Так. Да-да, сейчас вот курица. Ладно, сейчас щитки. Вот. Так, и где же она появится? Давайте побегуем на нее все и побежали ловить. За курицей. И за ней все бегают, как укатилы, из нее деньги сыпятся. Все ее хотят законтролить. Не выходит. Понятно. Да блин, куда она от меня уходит? Сир, давай, ванку, сир. Блин, что-то как-то мало денег с нее получили. Да. Так, блин, обидно. 29 золота не хватает. ТП я могу продать? Нет, ТП нельзя продать. Ладно, возьмем хотя бы так тогда. Меньше, чем сейчас, у меня никогда не было. Так, у Эмбера там уже БФ. Так, что бы еще вам рассказать? О, сейчас это... Главное сейчас варлоков убивать. Если убивать варлоков, тогда голем будет исчезать потихоньку. Ну я просто так написал, вдруг кто-нибудь не знал. Так, в целом, видите, одного варлока уже нету. Снайпер там бьет потихонечку. Я тут вижу потихонечку. На тебя щиток тоже побежу. Так, могу тут немного этому самому андерлорду. Так, в него щиток кину. А, нет, я да, по нему даже не попал в этой месиве. Все, так, пойдем, давайте это заберем пайп. Угу. Так, дальше что у нас? Шиву тогда. Шиву, Октарин, что-то такое надо. Так, я думаю, так. Ага. Так, сейчас стенку и вакуум. Все, у меня появилась моя армия, так сказать. Теперь они сражаются за меня. Ну, я надеюсь, что за меня. Давайте их заманиваем сюда. В стенку. Они ж тупые. Я стараюсь Кримсон как-то вешать. Там все за виверны бегают, виверну спасают, а мы тут с Эмбером держимся. О, хил. У меня даже нет маны на щиток. Алло, может халпук тут даст? Ай-ай-ай-ай. Так, сможешь хил купить? Нет, я не буду деньги тратить. Деньги тут с трудом добываются. О, они их отводят нормально. Ни один колодец. Все колодцы в КД.
Блин, Эмбер выкупился, я бы его треснул, на самом деле. Так, нажмем еще раз этот самый Кримсон. Я тут помогу Эмберу убить этих варлоков. Нет, не помогу. Блин, с маной его дикие проблемы, беда. Все, мана появилась наконец-то. Я спасаю тут как могу. Вот, так. Нормально, золото привалило. В целом это все, кто идут. Больше никого не должно быть. Ну а сверху тут индикатор, а тут волна. Так, в принципе, нормально. Так. Ботинок я-то не люблю покупать, ботинок просто 400 золота потратить. Ну что ж ТП носить. Да, сейчас гули будут. Вот тут уже челики, видимо, умеют играть. В отличие от меня, тут сколько? Ну, чуть-чуть совсем проиграл. Пошли туда. Фисты Эмбера имба, на самом деле. Только в начале. Он, видимо, не знал, что они очень сильно дамажат. Так, быстренько. Опа, на Андерлорде щиточек. И видите, когда одного убьешь, из него еще один появляется такой, ну, типа он ползет уже еле-еле. Так. Тут не все и птут, и птут, и птут. Мне пока что в тростак рядом с ними стою. Вот он какой-то вношу, стараюсь. Снайпер щиточек. Сейчас Эмбер появится Кримсон. Пайп. В принципе, они меня не грызут. У меня Вангвард, пайп. У меня все как надо. Леген 24 хп в секунду. Хотя, правда, тычка строки у меня маленькая. Так, давай тогда я ТП нажму. Так, мана нужна. Надо маны. Так, стягиваем. Пока что все нормально. Пока что держимся. Так. Можно еще, кстати, на зомби повесить щиточек, чтобы он других там бил. Ивент на самом деле классный. Так. Давайте бьем гулю. Еще бьем. Так, нажмем давайте Кримсон еще разок. Ну и я, в принципе, уже так бегаю. Так, ну пока что мы тут дефаем, как-то стараемся. Что-то более или менее. Снайпер что-то много кого убивает. Так, может, Верн маны даст? Блин, так чуть не... Так, все, на Андерлорде щиток вешаем. Пайп можно нажать, в принципе, лишним не будет. Кримсон еще разок нажмем. Просто тут рубимся, дикие замесы. Нужно одного убить. Опа, хил, фопля. Тогда это последние 12, 9, 5. Так, все, кое-как с ними разделались. В принципе, башни еще стоят. Бывает такая команда, что или такой пик, что совсем сразу проигрываем. Это еще нормально, мы держимся. Так, 2700. Золота не хватает для чего? Для мистик стафа.
Сейчас тут нужно будет. Так. Сейчас вначале нужно постараться удержать вышки, ну а так там сейчас утронное дикое месиво начнется. Еще потом после игры я кто-то на трилетку. Так. Ну да, это еще в принципе. Тут пойдут вообще большущие тайды. Так, дерево талантов. 14 хп в секунду. А я где? Блин. Я не там был. Так, в целом можно уже купить мистик став. Все, побежали дальше в замес. Жум, 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 жум. И бежим в замес. Так, алдаёпт общий, это я уже все сказал. В принципе, пока что мы еще держимся. Так, я уж не знаю, куда ману тратить. Все, большие тейт-хантеры тут. Я еще ульту свою ни разу не нажимал. Нужно будет сейчас их всех скопить и ульту нажать. Так, блин, травага. Тут корабли-клунки, капец. Так, тут у меня большие тайды появились. Так, я в щитке, кто не в щитке? То все забиваем тут. Забиваем тут этого большого тайда. У него, кстати, еще огоним. Тут у меня эти мои мелкие челики ходят. Иллюзии. Так, на себя любимый щит повесить. Вау, фига себе. По 40 голды в мешки, вы не мешки вообще не собираете. Да нет, 6 мешков всего упустили. 6 прилипали тут. Вот тут, кстати, очки, за какие мы будем рулетку крутить. 35 тысяч очков и рулетка наша. Ну, то есть каждый день по 35 тысяч дают, если до курицы дожить. Да. Сейчас вот дальше этой волны я еще ни разу не заходил. Сейчас миф с катапультами. Как что можно на щитки покидать. Мне с общественно полезными работами, так сказать. Угу. Так. Так, в принципе, пока что держимся. Выкуп готов. Так, ладно, давайте сейчас забиваем тут катапульту одну эту. Давай сразу. Блин, я сам свой тупой потратил. Так, щиток. Давайте держимся. Если что, то обычные клипы не считаются, считаются только мипа и большие катапульты. Ну, небольшие, в смысле, обычные катапульты. Так, какой у меня там избыток? Избыток-то еще нет. Все-таки байбек будет поважнее. Так, давайте еще раз щиток. Кидаем, давайте бьем их всех тут. Еще мы здесь всех разваливаем. Так, извините, микрофон задел. Копингуем туда. Так, на себя любимый щиток забыл повесить. Блин, нас откидывает тут безбожно просто. Так, щиток сюда кинем, чтобы хотя бы не поубивался. Так, 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 так. Давайте еще. А, мне хилить. Ништяк.
Так, еще щитки тут пока что. Что-то делаем. Пока что еще стараемся живем. Тут все в штрапнелях просто капец. Так, где у нас андерлорд появился? А, вот он. У нас тоже две шивы в команде. Лола, я третью собираю. Так, стянем их. Хопля. И просто снайпер их всех вырубает. Собираю. Хотя микрофон, конечно, не говорил. Так, что у вас по избытку? Избыток 2000. В принципе, уже можно вот эту фигню купить. А нам треню. Лол, так далеко я еще не заходил. Хотя... Катапульт закинется быстрее, чем я бью. Чё, колодец никто не юзает. Так, на себя любимый щиток повесить. Так, вот я тут бью мипа. Все, три. А, не, стоп, лолы, считай. Так, вот скрешаем. Все главное это... блин. Спасать снайпера. Стараюсь, спасаю. Да блин, как он так в меня попадает, катапульт? Так, тут снайпер у нас выкуп потратил. Блин. А где у нас еще кто-то? Живой есть? Гендерлорд, а он там ходит. Так, давайте пойдем спасать Виверну тогда. Вот катапульт последний. Все, бейте катапульту. Он для катапульта. Он еще этих крипов спавнит, призывает. Так далеко я еще не заходил. Так, где курица? Я что-то не вижу. Гонки! Ту-ту-ту-ту-ту! Бегом собираем голду. Лол. Дофига денег, просто фармим. Капец, сколько этих куриц тут. Просто бегаем, собираем голду. Так далеко я еще не заходил, блин, прикольный ивент. Так, по карте, ну, надо тут смотреть, это где больше этих куриц. Так, собираем. Так, ну-ка поесть.
Ой, тут это Инесса. И сталкера. Блин, я не знаю, что сейчас делать. Так, честно, я не знаю, что сейчас будет тут. Я так далеко еще не заходил. Тут второй. Так, на себе любимый щиточек. Так, убиваем тут на эти сталкеров. Нет, в принципе, пока что держимся. Так, побежали в бой. Так, давайте. Опа, у меня тут армия. Нет, Лола, мы пока держимся еще так-то. Где мой герой? Так, кто? Кого? Тендерлорд спасаем. Блин, хорошо, что Блэкхолл плохо дамажит. Для нас это хорошо. Сейчас бы Шиву нажать. Шива, Шива, Шива. Блин, лол, 19 этих самых чуваков осталось. Этих самых крипов. Извините, что я запинаюсь, просто я так далеко еще не заходил. Я волнуюсь. Так, что у нас? Так, избыток 1600. Так, что у нас по крипстату? 443 крипа, лол. Если честно, не понимаю, как мы еще тут живем. Ой, Мираны, Луны. А так, Тэц. Ой, что это такое? А, это стрела прилетела? Лол. What the fuck? Просто стрелы. Как с ними сражаться? Так, 25 к интеллекту. Короче, будет. Так, выкуп, байбек. Давай тыкаем что-нибудь, тыкаем. Блин, так, что это все, что ли? Ну да, в принципе, это все, это ДД. Вот такой ивент, и сейчас я крутану колесо два раза. Так далеко еще не заходил. Так, всего если 15, то нам еще как-то держаться. Так. Ну, такой вот крипстат. Что еще сказать?
О, да, так, получить награду. Ага, так. Потяните за рычаг и ждите свою награду. Так, 10 раз ты меня накликал, может бах какой сработает, не знаю. Так, 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 и что же выпадает? Нам выпадает, выпадает. Хоть бы рошан, хоть и нет, не выпадет. Так. Пожалуйста, это... Во, новолуние, новолуние. Да, кайф. А что еще пришло? Вау. Я багнул? Я просто жал много раз вот так вот. Блин, лол. Два сундука пришло. Не понял. Стоп, что, все? А у меня же было это самое, на два раза. А, ну, наверное, на это. Два раза еще это. Крутанулся самостоятельно. То есть нельзя было крутить. Самому 10 раз. Так. Ну, сокровищница, что? Может, эти в 20 тысяч даркмоновских поинтов перековать. Вот это мне не нужна. Так, а вот это вот. Тут у нас что? А вот это я, пожалуй, открою. Сейчас нам трактируются все сеты. Визаж мне уже точно не будет, хочу Клингза. Ну или еще кого-нибудь. Тут не все прикольные, трелевтров мне охота. Вот Релич, сейчас Лича я тоже не хочу. Только не Лич, только не Лич. Ну блин. Лич мне что-то не нравится. Лича и так много всего. Гейтс я точно юзать не буду, наверное. Так, собственно говоря, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Можете подписаться, поставить лайк. Всем пока.